Житель Шымкента Виктор Терещенко коммунальные услуги оплачивает не только вовремя, но и по возможности вносит предоплату. У меня свет переплата у меня. А за воду? За воду переплата у меня, за воду. Газтрансгаз, все полностью платите, газ, да? Я платил на Востоке, сон за газ, у меня переплата за газ, 3 879. Без изменений в этом году остался тариф на газ, тепло и воду. А вот электроэнергия подорожала, тариф вырос почти на 6%. Если в прошлом году шымкентцы за 1 киловатт платили 14 тенге 65 тн, то сейчас 15 тенге 52 тн. Повышение электроснабжения связано с тем, что Министерством энергетики были повышены цены станции, ряда станций, и в принципе значительно. Именно на величину повышения энергопоток и повысил цену электроэнергии. В квитанциях за воду появились две цифры – 119 тенге 82 тиен и 123 тенге 30 тиен. Это не повышение тарифа, уверяет монополист. Напротив, ТО «Водные ресурсы маркетинг» возвратит потребителям более 102 миллионов тенге через снижение стоимости услуг. Разницу покроет сама коммунальная служба. Тариф с 1 сентября по 1 декабря водоканал был снижен до 75-62 в связи с введением компенсирующего тарифа. У всех крупных субъектов тарифы предельные, то есть утверждены на 5 лет. И то есть для субъекта ежегодно повышается тариф на величину индекса потребительских цен. Поэтому тариф должен был быть увеличен с января 2020 года, но проведя работу с субъектами, я вам уже говорила, они пошли нам навстречу, и они самостоятельно снизили тарифы для населения. Сколько точно переплатил за ком-услуги каждый потребитель, станет понятно из новой квитанции. Там появилась важная графа «Скидка», за минусом которой и получится итоговый результат. Шнару Оразова, Давран Абдиев, Нуркильдис Атуаказ, информационная служба телекомпании «Отрар».